нас на прямую связь выходит участник акции Арзу Алиева. Сейчас мы попробуем. Член... Арзу Ханум, здравствуйте, добрый вечер. Какие к этому часу, какая к этому часу информация у вас? Вернут наши экологические ресурсы. Несмотря ни на все, мы никуда не ушли. Потому что холодно вечер, но это нас не пугает. Мы хотим вернуть наши земли от армян. Собрались здесь русские солдаты, закрыли нашу дорогу. Наша земля, наша дорога, это принадлежит нам. Поэтому мы сегодня хотим доказать им, что азербайджанские земли принадлежат азербайджанцу. Поэтому сегодня мы хотим, чтобы Александр Волков пришел и нам ответил на наши вопросы, чтобы мы слышали от него. Мы хотим нашу природу, а не вся экологию наш они убили нашу природу. Мы хотим, чтобы армяне узнали, что принадлежит нам наша экологическая природа. Сегодня сколько людей здесь сюда собрались? Мы никуда не уйдем. Не уйдем, ждем Волкова, чтобы он пришел. Сегодня мы собрались, завтра другие люди придут. Но мы отсюда никуда не уйдем. Не уйдем, потому что наша земля должна, они знать, что наша вернуть пора. Пора нашу природу вернуть нам. Азербайджанский народ очень хороший народ. Они сколько потерпели? 30 лет немало. Поэтому сегодня уже достало время, чтобы мы забрали свою народную природу. Поэтому мы останемся здесь. Сколько требуется, сколько день, сколько ночь требуется, мы останемся и вернем. Вернем нашу землю. Спасибо вам. Хотим, чтобы весь мир увидел и знал. Русские солдаты свою работу не делают правильно. И среди них есть армянские солдаты. Мы сегодня увидели. Увидели и решили сделать это, чтобы Волков пришел, и мы сказали ему, азербайджанский народ не хочет больше российские солдаты. Спасибо, мы спасибо сами большое. Хотим свою народу защищать. Спасибо большое. Я напомню, в акции участвуют активисты неправительственных организаций по охране природы. И на прямую связь со студией выходила Арзу Алиева, член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.